Простите, пожалуйста, у вас тоже девочка получает диплом? Да. Это замечательно. Какая радость, правда? Замечательно. Мы надеемся, что наши выпускники достигнут больших успехов в своей профессиональной деятельности. А теперь приступаем к вручению дипломов. От имени руководства института единственный диплом с отличием в этом году вручается нашей лучшей студентке, сеньорите Габриэле Грубер. Габриэла, пожалуйста. Спасибо. Огромное спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Я так счастлива. Этот диплом получаю сегодня не только я. Его получает вся моя семья. Мои друзья. Им я обязана всем. Простите, я так взволнована. Прошу вас. Спасибо. 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 Простите, я очень волнуюсь, спасибо. Здорово, а здорово, ты добилась своего. Браво! Для тебя, Габи, подарок! Это мой подарок для тебя! Уходи! Уходи отсюда! Как это уходи? Она мне как родная! Вы, по-моему, что-то не понимаете! Вы ошибаетесь! Я отсюда никуда не пойду! Никуда не пойду! Артура, ты что? Я же ее вырастил, воспитал. Я всегда к ней хорошо относился. Габриэла, я привел для тебя музыкантов. Будем веселиться. Ты что, она мне как родная дочь. Я ей заменил отца. Я ее родной отец. Родной отец! Я ее отец! Поздравляю, Габи! Поздравляю тебя! Убирайся отсюда. Пойдем, выйдем. Ну, выходи, выходи. Прекратите музыку. Пошли. Минуточку, постой, слушай, я еще доберусь до тебя. Отпусти. Ты что, арестовать меня собрался? Ну, отпусти. Отпусти меня. Отпусти меня. Thank you.
Я спрашиваю тебя, куда ты меня тащишь? Да отпусти ты меня! Заткнись! Заткнись, чертов пьяница! Заткни свою вонючую пасть! Ну давай, заткнись! Отпусти, ты что забыл? Какой сегодня день? Там моей падчерице вручают диплом, я воспитал ее. Послушай, я должен быть там. Я не набил тебе морду прямо там только потому, что уважаю Консуэло. А теперь заткнись. Ладно, ладно. Ты можешь арестовать меня. Только запомни, я тебя и в участке найду. И хоть камнем, но и там достану. Я достану тебя! Берегись меня! Забери этого подонка. Отпусти где-нибудь подальше отсюда. Этот номер у тебя не пройдет, Рамиро. И чтобы я не видел тебя дома. Консуэло организовала праздник для Габи. Если я увижу, что ты захочешь все испортить, тебе не сдобровать. Запомни. Ну, смотри, смотри. Я скажу тебе кое-что, слышишь? Я хозяин в этом доме. Я прихожу туда, когда мне охота. Слышишь? Это я не позволю тебе быть у меня дома. Я тебе не позволю этого. Но запомни, подонок, запомни, что я тебе сказал. Уберите его. Отпусти меня, я сказал. Что случилось? Ты его арестовал? Твоя мать не простила бы меня, если бы я его арестовал. Его нельзя пускать сегодня домой. Как там Габи? Плохо? Как она может себя чувствовать после скандала с этим пьяницей? Извините, а где человек, который нас нанял? Увели. А кто нам заплатит? Он обещал нам 4000 боливаров. Нарушение общественного порядка. Вторжение в пределы частной собственности. Скандал, все это тянет месяца на три. Ты все еще хочешь получить деньги? Нет, ясно, договорились. Пойдем, ребята. Пошли в зал. Ты куда, Габи? Ты не закончила выступление. Мы все хотели бы тебя послушать. Я не могу больше, Артур. Мне так стыдно. Я не могу. Позаботься о маме, о братьях. Я не могу, мне надо идти. Подожди, все это не так просто. У тебя есть долг перед семьей, перед преподавателями. Все ждут тебя. Пожалуйста, Габи, нельзя позволить Рамиро испортить самый счастливый день в твоей жизни. Ну, пожалуйста. Я не могу. Нет, ты можешь. И Консуэло, и твои братья и сестры все хотят услышать твое выступление. Ты же пример, Габи. Ты пример для всех. Они должны увидеть тебя на сцене, услышать твои слова. Семья так гордится тобой. Я горжусь. Габи, пожалуйста. Не могу. Габи, пожалуйста. Я с тобой. Иди, ты сможешь. Пожалуйста. Прошу тебя.
Большое спасибо. Это очень важный день в моей жизни. Моя цель достигнута. Я счастлива. Мне это стоило большого труда. Спасибо моим друзьям. Спасибо вам. Спасибо институту. Огромное спасибо.